Здравствуйте, меня зовут Ирина, я по образованию врач-невролог. Последние 2,5 года я практикую аюрведу, китайскую медицину. Но практика аюрведы, она была такая на довольно, скажем так, легком уровне. Это были консультации по образу жизни, по питанию, по рекомендации физической какой-то активности. И какие-то были предписания медикаментов, совершенно такие, ну, легкие, самые известные препараты. Я очень-очень боялась их назначать, потому что, будучи врачом, я знаю, что препараты, назначенные неверно, неверно подобранные, могут вызывать очень много, скажем, побочных эффектов. После этого курса, мы тут находимся сейчас в месте, где мы пребывали, наверное, половину нашего обучения, потому что на каждый перерыв мы приходили сюда, изучали здесь эти препараты. Вот, и я купила себе довольно много препаратов, не себе, а для своих пациентов, для своей практики, потому что после этого курса у меня появилась какая-то внутренняя смелость для того, чтобы начать применять это в своей практике, назначать пациентов. Так как доктора делились здесь не только знаниями о лечении заболевания, но и своей вообще личным опытом, личной практикой. Они нам вселяли в нас уверенность в том, что мы можем пробовать, вот есть такой способ, вы можете вот так, вы можете начать с этих препаратов, можете, то есть конкретные были схемы, конкретные, скажем, примеры были. Поэтому после такого курса, конечно же, мне уже не страшно это делать, поэтому я сейчас думаю, как это так в Беларуси, чтобы появились у нас поставщики индийских препаратов, чтобы было людям доступно все это применять. Поэтому большое спасибо Ved Education за то, что есть такая возможность прекрасная. Я очень много курсов с ними прохожу, приезжаю уже 4-й раз в Индию, и каждый раз я не перестаю удивляться и благодарить, насколько высокий уровень подобран преподавателей, насколько глубокие знания даются, причем такой доступным образом, доступной формой для нашего западного ума. Поэтому большое спасибо.